Доброе утро, программа о самом главном. Меня зовут Айгуль, и мне 29 лет. Хотела поделиться с вами своими переживаниями и спросить совета. Я боюсь очень сильно заболеть раком молочной железы, потому что в нашей семье эта болезнь считается наследственной. Моя бабушка довольно давно, в 99-м году, умерла от этой болезни. Сейчас очень сильно переживаю за себя, за свою маму, так как она находится в возрастной группе риска. У меня в 20 лет обнаружили фиброзно-кистозную мастопатию. Потом родила двух дочерей, кормила грудью. В период кормления, в период беременности мастопатии не было, а через год после завершения грудного вскармливания она вновь появилась. Как мне уберечь себя от рака молочной железы и как вообще диагностировать? Слышала, есть какой-то тест на мутационный или мутирующий ген, который позволяет понять вообще, проявится у меня это заболевание или нет.